Всем привет! У меня зависает ноутбук Lenovo G500. Вот постоянно заставочка такая. И она просто никуда не исчезает. Я уже пробовал, смазывал термопастой. Все равно ничего не помогает. Давайте будем разбираться, как вот избавиться от такой проблемы. В первую очередь надо выключить ноут. Включаем ноут, закрываем, переворачиваем. Значит, снимаем батарейку. Есть такие штучки. Вытягиваем. Ложим батарейку отдельно. Опять открываем ноут. И жмем минуту на вот эту кнопочку. Нам надо держать целую минуту на эту кнопочку. Ждем минуту. Для чего нужно сжать минуту? Для того, чтобы избавиться от статического напряжения на батарее. Ну вот, минута уже прошла. Опять закрываем. Переворачиваем. Вставляем батарейку на место. Открываем. И включаем. Ну, ситуация не поменялась. Заставка как была, так и осталась. Пойдем, значит, другим путем. Значит, опять выключаем. Закрываем. Переворачиваем. Опять вытягиваем батарейку. Берем маленькую отверточку, такая вот, для очков, для часов, и откручиваем шурупчики. Вот они тут находятся внутри, два шурупа, их надо открутить для того, чтобы попасть внутрь в корпус. Так, ну вот я шурупчики, гаечки открутил. Теперь отодвигаем крышку и крышечку вынимаем. Что мы здесь видим? Значит, что дальше надо делать? Дальше нужно снять оперативную память. Вот она, жесткий диск раскрутить и снять вот эту вот батарейку на 15 минут. Как снимается? Оперативка. Очень просто. Подтягивается. Берется за вот эти вот кончики, краешки. И вот так вот вынимается. Оперативка вытянулась. Теперь жесткий диск откручиваем. Вот эти вот болтики, гаечки. Выкручивается легко. Без всяких проблем. Главное, нужный инструмент, чтобы был. То есть маленькие отверточки. Выкручиваем. Я нашел нормальную отверточку.
тонкую. Так вот, выкрутил один, одну гаечку, вторую гаечку. Что мы делаем? Берем и жесткий диск так вот сдвигаем. Оп. Ногу отодвинули. Что делаем дальше? Тут есть такая батарейка. Маленькая. Вот эта батарейка. Ее тоже снимаем. Так, я вот здесь вот вытягиваем. Вот она. Тоже убираем. Значит, теперь нам надо подождать 15 минут и ставить все на место. Ждем 15 минут. Так, ну это все, 15 минут прошло, теперь все вставляем на свое место. Вначале карточку, карту памяти, вернее оперативку. Раз, зажали. Дальше жесткий диск подправили. И батарейка. Вставляем вначале конец. Прижимаем. Все это закручиваем дело. В обратной последовательности. Так, тут прикрутили. Вставляем назад крышку корпуса. Прижимаем. И теперь закручиваем гаечки корпуса. Так, ну вот, я все закрутил. Все гаечки, болтики. Теперь пробуем включить ноут. Включаем. Смотрим, что получается. Долго грузится, конечно. Ну вот, заработало. Путем долгих загрузок винда включается. А вот уже появился экран монитора. Так что, кому интересно, пользуйтесь методом восстановления винды. Так, всех благодарю за внимание. Подписываемся на канал. До свидания, всего доброго.